Костя? А, Котя? Так значит, Котя, да? Ну тогда мяу, что ли? А, Кирюша, я... Ой, это не то, что ты думаешь. Я тебе все объясню. Алло, алло, да-да, да. Да, конечно, конечно. Аська! Ась! Нет. Ась, слушай, я прошу тебя, вставай. Ну, вставай быстрее, мне на службу надо срочно. Ну что, что? Ты же меня отвезешь, да? Вот правду говорят, утро добрым не бывает. Что случилось? Я по дороге тебе все расскажу. Собирайся быстрее. Костя тоже по дороге? Интересно. Делай вот сюрпризы подругам. Вкусный торт. Лев! Слушай, как я вчера добрался-то? Я тебя привезла. Фу, судя по состоянию, я был хороший, да? Лучше не бывает. К 2 часам ты уже был на полном автопилоте. Ну, судя по тому, что ты спишь в кровати, а не на коврике у двери, я тебя опять простил. Ладно, живи пока. Завтрак приготовь. Что будешь? Яичницу с помидорами. Ась, ну давай быстрее, копаешься. Можешь мне объяснить, что происходит, а? Что происходит? Мне Самарин звонил сам, представляешь? А, и что? Ну что и что? Я разве тебе ничего не рассказывала про повышение, про погоны? Ну, рассказывала ей бы. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуй, Лерочка. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте. Ой, ты моя хорошая. Ась, я опаздываю. Да что ж такое-то, ну? Слушай, так
это что, мы сегодня опять гуляем? Звездочки обмываем? Без пяти минут советник юстиции? Ну, я надеюсь. Зачем Самарин тогда Токан меня из постели вытащил? Ну да. Вчера он меня с днюхой поздравлял, а сегодня, я думаю, официальная часть. Ты накрасься тогда хотя бы. Ась, ну я же не в клуб еду, а на службу. Ну, знаешь ли, в клуб не в клуб, а марафет надо навести. Держи. Давай-давай. Хотя краситься на ходу, конечно, это... Ага, погоны, значит, вручат, а может быть, вручат. Круто, да? Ага. Знаешь, вообще казенные погоны не очень смотрятся, поэтому так. Я сама купила себе люксовые. Ну-ка. Смотри. Вчера у меня был день рождения, а сегодня советник юстиции. Так, подожди, а советник юстиции это какому армейскому званию соответствует? Ась, учу тебя, майор. Поехали быстрее, а то я опоздаю. Ну, едем, товарищ майор. Не понял. Да ладно. И ты иди сюда, живо! Бегу! Да? Когда мы вчера домой вернулись, дверь ты открывала? Я. И что, она была на оба замка закрыта? Ну да, а что? Ты уверен? То есть дверь была не вскрыта? Я не понимаю. Класс. То есть они меня к тебе в ресторан спровадили, а сами в этот момент сейф ломанули. А ствол не взяли, и замки не вскрыты. Ключи оставляла где-нибудь? Сумку оставляла? Не знаю. Слышь ты, говори мне про этого Котю. Что, где и как? Хороший мой, я же тебе вчера все честно рассказала. Мы в этом ресторане с ним были два раза. Вернее, один раз. А второй раз он меня позвал, а сам не пришел. А пришел ты. Вот ничего не было. Слышь, ты только не ври мне, узнай, что врешь, убью, понятно? Говори как прокурору. Алло, встретиться надо. Сейчас. Я сказал сейчас! Фотография этого Коти есть? Там селфи, шмелфи. Короче, быстро нашла и кинула мне на телефон. Поняла, дура? Давай, живо! Да куда ты? Ась. Жерла, осторожней. Что, сейчас нас тормознут и попросят в трубочку дунуть? И поймут, что мы вчера немножечко усугубили. Ты что, товарищ майор, ты ж теперь святее Папы Римского. Я бы на твоем месте вот с этой штукой прям по встречке бы ездила. Ась, дай сюда. На. И парковалась в магазине прямо возле примерочной. Знаешь, я сегодняшнего дня в отпуске, поэтому советую на ближайшее время припарковать машину дня на 2-3. Ты что это? Потому что мы будем скоро отмечать. Ась, ты чего? Все. Тихо. Так. Тишина. Алло. Да, Владимир Евгеньевич. Ну, я... Да, я скоро буду. Да, буквально 10 минут. Вот. Даже поздравить нормально не могут. Галантно, красиво. Слуги государева тоже мне. Слушай, Лерик, а может быть мы тебе внеслужебного мужчину найдем, так сказать, для внеслужебных отношений, а? Деловая. Может, потом ты себя нашла. А может, и нашла. В смысле? Что? Колись давай. Нет. Ась, колись давай. Ну хорошо, он мужчина такой серьезный. А где серьезного нашла? Примерочную, что ли? Нет, он врач. Ну что-то там проблемы с нервной системой и психикой. У него проблемы с нервной системой. У кого проблемы? Ой, на дорогу смотри. Да. Нет. Он врач-реабилитолог. О. Даже на трезвую такое не выговоришь.
Я статью делала о восстановлении после травмы, а дядечка этот мне на вопросы отвечал. О, правду говоришь. Да. А какой был первый вопрос? Доктор, скажите, вы женаты? Нет, вообще он клевый очень. Такой высокий, красивый. Класс. Стройный. Ась, ау. Давай потом расскажешь, ладно? Ну что, все, я пошла. Пока. Давай. Лер! А? Ни пуха, ни пера. К черту. Давай, я жду. Да, хорошо, я понял. Угу. Угу. Доброе утро. Угу. Пожалуйста. Пожалуйста, не кричите на меня. Я все-таки... Да, я уже еду. Ну и мне ни пуха, ни пера. Алло, Константин? Да, это я. Здравствуйте, Агнеса. Конечно же, помню. Хорошо, буду ждать. Но соглашусь посмотреть статью только при условии, если вы найдете время выпить со мной чашечку кофе. Хорошо, договорились. Первый взгляд неплохо. Очень даже неплохо. Рад видеть вас, Кирилл Сергеевич. Служба скорой прокурорской помощи уже здесь. Ну, рассказывай, что случилось. Надеюсь, с документами нет никаких ошибок? Ошибки нет. Но вот с делом моим, папочкой твоей, мать его, реально нарисовалась проблемка. Простите, если папочка та же самая, какие могут быть проблемки? Что, в упаковку подарочную не оформил? Обнесли меня, Голубцов. И сделал это, скорее всего, вот этот вот фраер, что на телефоне. Если не он лично, то кто-то из его подельников. Очистили сейф, взяли ценности, ну и дело прихватили. Ты его из прокуратуры унес, а кто-то у меня. Вот я и думаю, не по твоей ли наводке, а? Что? Подождите, вы это серьезно? Угу. Простите, мне-то какая выгода? У нас с вами взаимовыгодное вроде сотрудничество. А я вот думаю, может, не со мной одним? Так, давайте аккуратнее с этим. Хорошо? Значит, обнесли. Угу. Но в детали не посвятите, как специалиста по следствию. Лер, вы что, советником юстиции такое лицо в отделе кадров выдают? Лер. Ась, отвези меня к папе. Так. Что случилось, рассказывай. Не знаю, пустяковое это дело.
Куда оно вообще могло подеваться? Какое дело? Ну, дело у меня было в производстве. Совершенно пустяковое. Бизнесмен наехал на пешехода. Угу. Ну, вернее, как наехал. Так задел чуть-чуть. Там по всему было видно, что дед сам лез под колеса. Видимо, хотел денег с бизнесмена снять. Ну, знаешь, такая подстава да, есть. Да. Ну, а бизнесмен тоже мужик непростой оказался. Он не только машиной на него наехал, но и авторитетом, так как угу. следует. Ну, а дед тоже уперся рогом. Нам заявление написал и на телек, и в газеты. Да, 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 я помню этого ненормального деда. Он к нам в редакцию написал, что, мол, его чуть жизни не лишили, а полиция, прокуратура дело пытается на тормозах спустить. Это? Да, да, это. И он там указания дал. И понятное дело, что бизнесмену уже никак это дело не замять. Ну? Там вообще не больше административки, ничего такого страшного. Вот. Но неприятная строчка в биографии, конечно, у мужика будет. Ну? Ну, ну, ну что ну? Хочешь спросить меня, где это дело? Где-то папка, Ась? Где? А вот нет ее, представляешь? Нет. Была и нет. Исчезла. И что же натворил этот обаяшка? Ну, вначале он подрезал ключи моей Маринки. Ну, а потом сам или кто-то из его людей позвонил мне на телефон. И сказал, что она в ресторане встречается с любовником. Вот пока я туда гонял, квартиру и обчистили. А с вашей женой был именно этот? Нет, я просто так тебе его фото показал. Я понял. Понял. А из квартиры, кроме дела, что-нибудь еще пропало? Кое-какие ценности, немного денег, но это не важно. Главное дело. Сегодня проверка была утром. Из главка. И что теперь? Что теперь? Теперь это Асечка. Должностное преступление. Дела нет. Ну и звания у меня теперь тоже нет. Ась, меня от службы отстранили. Лер, ну подожди, Лер, ну подожди, ты точно хорошо искала или... Да искала я, искала. Нет его нигде. Слушай, пожалуйста, давай сейчас... Ты просто отвезешь меня к папе. Лерка. Чуть-чуть. Кирилл Сергеевич, и вы могли подумать на меня? Знаете, могу вам открыть один секрет. Валяй. А вот ваш заказ совпал с моими интересами. В смысле? Ну как? Вам доброе дело, а мне приятный бонус. В качестве отстранения любимого. Ее отстранен за халатность, но я на ее место. Ну, знаете, новое место – это новое звание. Вот как, да? Угу. А я смотрю, твоя личная выгода, ты прайса не уменьшила? Ну, что делать? Каждая работа должна оплачиваться достойно и своевременно, несмотря на обстоятельства. Ладно, давайте к делу. А потерпевшая новые показания не даст? Парни, что там с Терпилой? Убедили его? Ничего не видел, ничего не слышал. Никому ничего не скажет. Короче, потерпевший осознал свою ошибку и выразил горячее желание сотрудничать. Ну что, убедительно? Да более чем. Вы знаете, я думаю, что мне все понятно. Это банальное ограбление. Но документы прихватили совершенно случайно, я думаю, их уже выбросили. Чего так распереживались? Вы, кстати, будете заявление писать о потере ценности? Там нужна только опись и подтверждение тому, что вы все это приобрели легально, вот и все. Заявления не будет. А вот дело должно быть у меня, мне так спокойнее. Цацки интересуют меньше всего. Плачу две цены, понял? Ну, как скажете. Но, зная вас не первый день, я, конечно, извинений не жду. Не жду. Вы бы приглядели за вашей женой, если она вас, так сказать, занижена социальной ответственностью. Слышь, ты! За языком-то следи, пока он у тебя есть. Твоя задача — выполнять мои указы. Понял? Да я, вы неправильно меня поняли, Кирилл Сергеевич. Ну что вы сразу? Поехали! Это вас. Кто? Голубцов из прокуратуры. Я слушаю.
Евгений Михайлович, добрый день. Послушайте, вопрос жизни и смерти. Что? Чьей? Моей. Да, мне очень нужна ваша помощь. Очень. Можно я подскочу? Угу. Спасибо большое, спасибо. Ничего не видно. А ты прости, что я без цветов. Дела плохие, знаешь, да? Но я все равно обещала к тебе зайти. Не знаю. Не знаю, как это получилось. Ты знаешь, я последнее время не как человек, как робот жила. Все до последней буковки, все до последнего документа, как ты меня учил. Я не знаю. Мне вчера 35 исполнилось. А мне серьезных дел не доверяют. Говорят, принципиальные очень. В честь мундира. Как ты, пап. Так. Жорка, да? Жоженька, привет, родная. Слушай, можно я к тебе свою подругу привезу? Ну, очень надо, Жужа. Ну, подвинь кого-нибудь. Ну, что, мне тебя учить, что ли, надо? Да нет. Тут случай особенный. Ей надо свою личную жизнь устроить, понимаешь? Ну, конечно, сейчас, а когда? Да не знаю, у нее вчера день рождения был, все хорошо было. А сегодня сама на себя не похожа. Да нет, вчерашний банкет тут ни при чем. Угу. Ась, я все поняла. Хорошо, привози свою страдалицу. Сделаю так, что мужики на нее слетятся, как пчелы на мармелад. Сейчас, минуточку. Угу. Вот, спасибо тебе. Что бы я без тебя делала, а? Чмоки-чмоки. Да, да, сейчас везу. Все, целую тебя. Давай, пока. Простите. Угу. Ну, продолжайте. Что, красавчик? О, он такой обаятельный. Он такой... Точно выключила? Что? А, телефон. Конечно. Мариночка, не переживайте. Тут как в исповедальне. Можно говорить все и обо всем. И это все останется между нами. Да. Марина, поверьте, от всякой гадости на душе нужно избавляться, потому что это как шлаки в организме, понимаете? Ага. Да. Они же яд. Это же просто разрушает. Ага, избавляться. Все. Да. Поверьте мне, как косметологу со стажем, вы мне сейчас все расскажете, и вам сразу полегчает. Только никому, а то муж меня убьет. Марина, я могила. Ну тогда слушай. Приходит ко мне Котя. Я стала такой, как тебе обещала. Доченька, родной кто? Пап. Ну ладно, пап. Я пошла. Ну иди, иди уж. Жизнь продолжается. На то она и жизнь. Отпусти ты ее, отец. Видишь, сколько лет прошло? А твоя дочка мается. Отпусти. Аська, ты знаешь, сколько я этого дня ждала? Конечно, знаю. Сколько лет я ждала, что получу это звание.
Отец ведь так и не получил. Хотя принципиальный был. Такой законник, правильный. А что он получил? Расчет по службе и пулю в лоб. Лера. Лера. Валерия Станиславовна уже давно. Одинокая, разведенная, бездетная. А все почему? Потому что я отцу пообещала. Просто дала ему клятву, что буду такой же принципиальный, как он. И вот вся моя жизнь в перерывах между служебными действиями. Ну ладно, ну зачем ты преувеличиваешь в перерывах? У тебя любовь была, у тебя была семья. У меня был муж, Ась. А муж – это не семья. Семья – это дети. Он ведь хороший мужик был, правда? Да, отлично он был мужик. И детей хотел. Да. А мне все было некогда. Поэтому он и ушел. Хотел нормальной жизни, как у всех. Лерка, Валерка. Значит так, парни. На прокурора надейтесь, но сами не плашайте. Разыщите мне этого любовничка-домушника Котю раньше, чем прокурор. Отблагодарю. А вы, не знаю, поищите его по всяким кабакам, ресторанам. Ну где еще тёлки богатые тусуют? Ну там театры, вернисажи. В салонах, фитнесах разных. Ну да. Короче, сейчас его фотку вам скину. Ловите. Качество не очень, но узнать можно. Да, и это самое. Там барыгам всем по точкам раскиньте, пусть тоже глаза разуют. Лер, ты меня извини, конечно, но я считаю, что твой папа был неправ. Он не должен был с тебя брать это обещание. Ты ребенком была. Ну, может быть. А, прости меня, Станислав Алексеевич, что я не выполнила обещание. Хватит, все. Хватит. Ася, не знаю, как мне дальше жить, правда. Я не знаю, что мне делать. Что за жизнь такая, а? Зато я знаю. Это твоя жизнь, Лера, и она прекрасна. И если тебе что-то не нравится, всегда можно что-то изменить, понимаешь? И начнем мы вот с этого. Я покажу тебе, что такое волшебный мир шопинга. И сними эти дурацкие очки. Люди уже давно придумали линзы. Нормальные очки. Лер, ну чего стоишь? Давай быстрее, поехали отсюда. Чи карох линель? Не может быть. Да. Он занят. Да. Слушаю. Узнал, богатым не будешь. Я все помню. Да, 23 года прошло, я помню. Ну, ты ведь позвонил не за тем, чтобы узнать, как у меня дела. Не думаю, что ты по моему голосу соскучился. Говори уже. Ты уверен? Ты же понимаешь, что это не шутки? Мне нужно подумать. Ты со своего номера? Я перезвоню. Все в порядке, Винни Михайлович? Будем думать, что да. Ну-ка, ну-ка, повернись. Ну, супер! Белая. Отлично. Так. Здравствуйте, красоточки. Знакомься, Лера, это самый лучший стилист, визажист, психолог всех времен и народов. Жужа. Здрасте. Лера.
Жужа, да. Мам отличилась, назвала меня Джульеттой. Ну, мне кажется, что это слишком. Так что, чтобы никто мне не придумывал прозвище, я сама это сделала. Так, Жужечка, я знаю, ты заговоришь любого. Давайте к делу. Хорошо, хорошо. Проходите. Так. Ничего себе, вот тут. Возьмешь, да? Да. Держи. Так. Красиво. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Надеваем. Молодец. Так, ну что? Фронт работы понятен. Ну вы чего? Расслабьтесь. Не в прокуратуре. В прокуратуре. В смысле? Работает в прокуратуре. Да ладно. Я тебе говорю. Тогда тем более расслабьтесь. Вы не на работе, здесь я работаю. Да? Все. О, давай вот так сделаем уже. Очень я прошу тебя. Асенька, давай, мы без тебя справимся. Иди. Yes. Не дрейфь, Жужа, профи. Давай. Давай. Все. Так. Пойдемте. Все. Расслабляемся. Все. И получаем удовольствие. Будет горячо, кричите? Так вот эта дамочка. Моталась здесь по магазинам, рядышком в торговом центре. Познакомилась с молодым человеком. Да, он ее омаял по-быстрому и пригласил в ресторан. Причем не больше, не меньше, а в Льеж. Угу. Пафосно и дорого. Так вот, она там расслабилась, а этот гад спер у нее из сумочки ключи и сделал копию. Кошмар. Да. На следующий день он позвал ее туда же, в Льеж. Угу. Но только вместо него туда пришел муж. Что, почувствовал, что у него рога режутся? Все проще. Мужу кто-то позвонил и сказал, что у его жены свидание. Да, и пока он ее учил уму-разуму, их квартиру ограбили. Вот такой детектив. Интересная история. Угу. А вам все здесь так откровенничают? Вы случайно сыворотку правды в кофе не подсыпаете? Случайно нет. Умышленно. Да? Я шучу. Просто здесь все расслабляются, да. Чувствуют себя спокойно, откровенничают поэтому. Я вот сейчас лежу и думаю, может быть, нам в прокуратуру, в штат, косметолога взять. Слушайте, возьмите меня внештатным сотрудником на полставочки, а? А эта женщина не могла придумать всю эту историю? Нет. Но самое интересное, что прилетело ей больше всего не за рога. А за что? За пропажу. Там какие-то цацки украли, а главное, что какие-то очень важные документы у мужа. Документы. Да. Документы — это серьезно. А почему вы подскочили? Ой, простите, пожалуйста. Все, расслабляемся, отдыхаем. Я зачем вам это все рассказала? Мы же теперь сделали из вас красавицу. А, да? Да, да. Так что вы не попадитесь, пожалуйста, на эту удочку. Потому что этот гад орудует где-то вот рядышком. Угу. Мне кажется, что Марина не единственная. Марина? Так, мы забыли это имя. Хорошо. Все? Все. Так вот, мне кажется, что она не единственная его жертва. И орудует он здесь, в торговых центрах. Так что мы расслабляемся, расслабляемся. Обещаешь мне? Обещаю. Самое главное, Лера, в жизни никому никогда не мсти. Потому что обида эта сожжет тебя изнутри. Понимаешь? Не понимаешь. Но ничего. Вспомнишь мои слова и тогда все поймешь. А для справедливости закон придуман. Вот его и держись. А если не получится? Должно получиться. Ищи преступника. Лови его. Выводи на чистую воду. Доказывай его вину. Тут
все средства хороши. Даже обман. Как это? Ну, ты уж сама реши, как. Преступник закон обманывает. А ты обмани преступника. Обведи его вокруг пальца. Ты же сам говорил, что обманывать нехорошо. Ради торжества закона можно и на хитрость пойти. Преступник по сути своей жаден. А кто жаден, тот и глуп. Сыграй на его глупости. Обведи вокруг пальца дурачка. На четыре кулачка. Да. Главное, действуй ради справедливости. Поняла? Ну, улыбнись. Папа! Девчонки! Что так тихо-то, я не пойму? Жужа, как в каком-то склепе тут. Что ты кричишь-то? Что такое? Твоя подружка только расслабилась. Стула вон. Не знаю, что ей там снилось, я же всхлипывала. Да ладно. Ой, господи. Буду пустить. Ну, давай. Лер. Эй, красавица, пора, просыпаемся. Васька. Привет. Ах ты. Так всех, в принципе, проспишь. Какая же ты красивая, Лерка. Да? Да. Жужа, ты гений. Так, теперь берем твой дурацкий мундир и выкидываем его вместе с погонами. И заодно выкидываем все эти дурацкие клятвы из твоей головы. А самое главное, ищем тебе нормального мужика. Я сейчас пока ходила-бродила, такие экземпляры. Ася, ну почему ты решила мне сразу найти мужика? В смысле, потому что не поняла. Всем нужен нормальный мужик. Ты жизнь свою живешь, как будто ты, не знаю, тюремный срок мотаешь. И унылая она у тебя и серая, как твой прокурорский мундир. Поэтому ты решила сразу мне найти мужика. Да? Да. Жужа, старалась, я старалась. Посмотри на себя. Посмотри, какая ты красивая. Ай, нравится? Нравится, да. Только... Что только? Я знаю, что только. Что папа подумает, что папа скажет, да? Нет его давно, Лера, его нет. Хватит на его мнение оглядываться. Ну нельзя так жить, это невозможно уже. Ась, все, остановись. Ну, и просто оставь меня в покое. Лер. Ну... Лер, подожди, я не хотела обидеть тебя, Лер. Где сумка моя? Жуж. Вот. Где? Вот. В кресле. Чего она взъелась так? Спасибо. Не за что. Ну давай догоняй ее. Да, Лер. Не плакать. Не плакать, любимого. Должно же что-то хорошее случиться. Не плакать. Не плакать. Не плакать. О! Блин. Блин. Да что же это такое? Едем обедать? Ну да, как же. Режим. Режим – это порядок, Саша. А без режима – бардак. Бардак в организме – значит, везде бардак. А менять что-то в своей жизни можно только ради каких-то настоящих мужских поступков. Ну, например… Например, ради женщины, наверное. Ну, если одним словом, то да. А без женщин кому нужны наши настоящие мужские поступки? Ведь именно ради них мы изо всех сил стараемся не быть дикарями. Стрижемся, бреемся. Кстати, в тему нашего разговора наблюдаю женщину, которая явно ждет мужчину, готового совершить героический поступок. Остановить? Ну, как-то некрасиво было бы проигнорировать. Саша, узнай у дамы, чем мы ей можем помочь. Ну, разумеется, выйдешь из машины. Мы же не гопники с подкатом, чтобы через окошко разговаривать с дамой.
Добрый день. Что-то пошло не так? Вот. Неудачная обновка? Да, как и все сегодня. Здравствуйте, прекрасная незнакомка. Сломанный каблук. Современная интерпретация хрустальной туфельки. Хорошо, что принцессу не пришлось искать по всему королевству. А, позвольте представиться. Коловетов Евгений Михайлович. А этот не до конца обученный мной этикету богатырь – это Александр, мой помощник. Здравствуйте. Я Ася. А, Анастасия. Нет, Агнес. А можем мы вас подвести, Агнесса? Валерия Станиславовна, можете, однако. Молодец. Предлагаю то, что реально могу сделать. То есть доставить вас из счастливой для меня точки А в любую иную, которую вы назовете. А это очень мило с вашей стороны. Да, действительно. Очень мило. Кстати, мы с Александром собирались отобедать. Не составите нам компанию? Только наша тыква не прошла технический осмотр. Не откажетесь вы воспользоваться обычным транспортным средством? А очень жаль. Но отобедать я с вами не смогу. Обувь неподходящая. А я так понимаю, нерадивый сапожник прячется где-то неподалеку. Мы можем к нему заехать? Это прекрасная мысль, Саша. Ну, давай, садись. Садись в машину.